Ja, also man muss schon ein bisschen... Please, can you go out of the podium, please? We are making testings. Please. Please, can you go out of the podium, please? We are making tests. Будьте добры, пожалуйста, со сцены слезьте, те, кому там нечего делать. Мы тесты проводим. Надо сделать важное лицо, да? Может, вертикально, да? Hello. And I think... Здравствуйте.
Так, пожалуйста, те, кто на галерке сидит, в последних рядах, подойдите, пожалуйста, поближе к сцене, в передние ряды, чтобы всех было видно получше. И вам лучше будет видно. А мы начнем буквально через 2 минуты. Please, those sitting behind. Пожалуйста, не оседайте там на галерке. Thank you. Thank you. So we are starting. Спасибо большое. Начинаем. Ваше превосходительство, уважаемые гости, дорогие коллеги по многосторонней консультативной группе МАГА, уважаемые участники, дамы и господа. Я рад всех вас от всей души поприветствовать от имени организаторов, от имени Зины и Пола, организатора Виздома, от своего собственного имени. Мы благодарим вас за участие. Спасибо также всем нашим ведущим, модераторам и тем, кто согласился выступить и поделиться своими знаниями по вопросам цифровой инклюзивности и доступа. Вы знаете, сейчас распространение интернета идет стремительно. Хотя при этом стремительность вся эта сама по себе многих оставляет за бортом. Необходимо сделать так, чтобы все жители мира могли бы быть готовы к вступлению в новую эпоху цифровых технологий. Мы должны не допустить отставания, не должны допустить, чтобы кто-то остался за бортом. Цифровая революция охватила весь мир. Я приветствую всех вас в этом зале и хотел бы теперь предоставить слово нашим модераторам. Меня зовут Мэдлин Кейв, я буду одним из модераторов. Хочу всех вас поприветствовать. Вместе со мной модератором будут мои коллеги. Они сейчас представят нашу тему. Меня зовут Элдрид Иордан. Я из Кейптауна, из Южной Африки. Очень рад выступать в качестве модератора. У нас очень интересные эксперты, которые смогут рассказать о цифровой инклюзивности и о доступе. К сожалению, у нас только 1:20 времени, поэтому жесткий очень график у нас будет. И мы сначала заслушаем наших ораторов запланированных, а затем организуем сессию вопросов и ответов. Итак, сразу вам скажу, что сначала мы послушаем докладчиков, потом обратимся к залу и к тем, кто следит за нами в онлайне. Я попрошу моего коллегу-модератора представиться, но имейте в виду, что когда у нас будет сессия вопросов и ответов, когда эксперты наши комментарии свои озвучат, мы комментарии слушать не будем, будем слушать только вопросы. И у вас будет минута на ваш вопрос. И 90 секунд, 1,5 минуты будет у тех, кто будет отвечать на вопросы, чтобы можно было охватить максимум желающих задать вопросы. То есть мы соберем тогда вопросы все о цифровой инклюзивности, все вопросы по доступу, и затем блоком ответят у нас наши ораторы, наши эксперты. Так, пожалуйста, вопрос продумайте, может быть, запишите их, чтобы уложиться в минуту. Ну, а сейчас, пожалуйста,
представьте наших удаленных участников. Да, у нас есть такие удаленные участники, они тоже смогут задавать вопросы. Я буду мониторить, меня зовут Пол Роуни, я буду мониторить тех, кто хочет задавать вам, нам вопросы через интернет. Да, кстати, не жульничайте, не делайте вид, что вы удаленный участник, если вы здесь в зале сидите. So we're going to get straight into the digital inclusion part. Давайте перейдем теперь непосредственно к инклюзивности. Я сделаю краткое вступление. Представлю экспертов. Госпожа Бунми из Индии. Господин Чарльз Шабан, исполнительный директор, и занимается вопросами интеллектуальной собственности, защиты интеллектуальной собственности. Из Иордании Анки Дасса, директор по общественной политике Facebook, госпожа Натали Вайар, директор и юридический советник eBay, и господин, и также представитель одной из динамичных коалиций. Я предлагаю начать с госпожи Рубин. Вице-президент ТЕК, так что мы сейчас ей прямо слово передадим. Спасибо. Действительно, я вице-президент, исполнительный президент. Наша компания была основана в Калифорнии, и мы сейчас много занимаемся вопросами доступа к интернету, инклюзивности. Это два вопроса, которые очень тесно связаны между собой. Но когда вы хотите выйти в интернет, вам не только нужен компьютер, какое-то устройство, с помощью которого вы будете это делать, но также электричество. Без электричества интернета не будет. Миллиард человек примерно сейчас в мире не имеют электричества. Это очень много. Так что понятно, что если у них нет электричества, если нет электроснабжения, значит и в интернет они выйти не могут. Это люди из абсолютно разных стран. И, к сожалению, таковых еще очень-очень много. Так что мы сейчас работаем над решением как проблем с доступом к интернету, в интернет, так и проблемы электроснабжения, энергоснабжения. Работаем с Всемирным банком в этой области. И мы увидели, что если работать над решением двух проблем одновременно, можно сэкономить большие средства. Вот, например, если вы прокладываете оптоволокно, и если в то же время вы улучшаете сеть электроснабжения, вы не только достигаете своих целей, но в то же время делаете это с меньшими расходами, экономите деньги. Большие, причем средства можно сэкономить. Кроме того, это лучше также и для окружающей среды. Так что можно проводить вот такую работу параллельно. Это очень полезно. Кроме того, подумайте, да, электричество появилось 140 лет назад, даже больше, и все еще миллиард людей не имеет электричества. Это не проблема технологии, это проблема социальная. Очень серьезная проблема. И вот именно эту проблему нужно решить как можно скорее. И в то же время во многих местах отсутствует интернет-инфраструктура. Так что над решением этих двух проблем нужно работать одновременно. И мы работаем именно в таком ключе. Мы для себя сделали вывод о том, что это делает наши усилия гораздо более эффективными и приводит к меньшим расходам. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Чарльз, прошу вас. Ваша очередь. Спасибо. Меня зовут Чарльз Шабан. Я исполнительный директор организации, которая называется Абу Газалех интеллектуальной собственности из Иордании. И я не буду говорить об интеллектуальной собственности, не беспокойтесь. Я буду выступать по теме нашей сессии, то есть в инклюзивности.
Я давно работаю в многосторонней консультативной группе, активно принимаю участие в форуме по вопросам управления интернетом. Ну, теперь, собственно, перейду к главной теме моего выступления. Времени, я знаю, у меня немного, только 3 минуты. Сделаю несколько ключевых замечаний по поводу цифровой инклюзивности. Ключевые аспекты. Вот коллега только что говорила о регионах, где нет доступа к интернету. Это очень важно. Это сельские регионы, прежде всего. И я в описании нашей сессии увидела, например, там вопросы, которые касались также и этого. В частности, вопрос касался того, как построить там сеть 5G. Ну, часто говорят о том, что беспроводной интернет – это решение для богатых только регионов. Но недавно я узнала о проекте, о котором вы, наверное, слышали. В некоторых сельских регионах используются частоты, даже которые уже не используются для телевидения, для передачи интернет-сигнала. И вот это решение вполне применимо в тех случаях, когда проложить оптоволокно невозможно. Гораздо более дешевое решение. Однако здесь нам предстоит собрать дополнительную информацию. Дело в том, что 5G – это не только спектр определенный, это и определенные услуги, сервисы, включенные в эту новую технологию. Может быть, использовать эти услуги, эти сервисы для того, чтобы расширить доступ к интернету. И здесь речь идет о лицах, может быть, с ограниченными возможностями, о тех, у кого нет соответствующих знаний. Огромное количество людей в мире все еще неграмотно, не умеют ни читать, ни писать. И вот об этом нужно помнить. Как подключать к интернету этих людей? Как их увлекать во все это? Опять же, некоторые, очень многие не говорят на английском языке. А именно английский язык является во многом языком интернета. Местные языки поэтому нужно учитывать. Важно, чтобы их было больше в интернете. Пример приведу. В нашем регионе арабский язык практически не используется в интернете. Лишь только 3% контента на арабском языке, хотя ситуация улучшилась по сравнению с прошлым. В то же время в основном такой контент на арабском языке генерируется в Иордании. Так что нужно работать над тем, чтобы не только у франко- и англоговорящих граждан была возможность искать информацию в интернете, пользоваться интернетом. Ну и поскольку я представляю частный сектор, бизнес-сообщество, перейду к бизнесу, собственно. И, конечно же, и частные компании могут сыграть определенную роль во всем этом, и работать с интернет-провайдерами и так далее. Я думаю, что даже внутри самих компаний можно принять меры по расширению знаний наших сотрудников о том, как пользоваться новыми технологиями. Потому что невозможно пользоваться интернетом, если у вас нет соответствующей интеллектуальной базы, если у вас нет знаний, навыков, которые позволят вам сделать это. И над этим тоже нужно работать. Большое спасибо за ваше выступление. Вы упомянули очень важную тему. И сказали также о том, что партнерство очень важно, и сотрудничество. Также нужны новые подходы. Потому что мы не можем сидеть и ждать, что правительство что-то сделает. Нужно, чтобы частный сектор проявлял инициативу, сотрудничал с правительственным сектором. И я думаю, что это действительно позволит нам достичь гораздо большего прогресса, достижения наших целей. Госпожа Дас, дальше у нас выступит директор публичной политики Facebook. Поскольку ее нет сейчас, то мы передадим слово госпоже Наталье Ваят, директору и директору юридического отдела компании eBay. Добрый день всем. Для нас цифровая инклюзивность означает прежде всего использование технологий для налаживания контактов между людьми и расширением экономических возможностей для всех и каждого во всем мире. Мы считаем, что цифровые навыки, цифровая грамотность и расширение инклюзивности – это проблемы, над решением которых нужно работать одновременно. Необходимо задействовать усилия государственного сектора и частного сектора тоже. И бизнес-сообщество, частные
компании, собственно, могут сыграть весьма существенную роль с точки зрения расширения доступа к интернету путем развития соответствующих навыков и знаний. И мы в нашей компании такую работу ведем, поддерживаем предпринимателей, продавцов, которые используют нашу платформу для продажи своих товаров. И в то же время мы стараемся сделать нашу платформу более доступной для всех пользователей. Работаем также над тем, чтобы дать все больший доступ к нашей платформе в развивающихся странах, где, может быть, пока еще нет очень мощного интернета, есть проблемы с подключением. Но то, что касается цифровых навыков, хочу указать на то, что 99% наших продавцов продают свою продукцию за рубежом, за рубеж ее экспортируют в более чем 23 странах. И в основном нашу платформу используют малые компании, средние компании также, индивидуальные предприниматели. А именно они сегодня являются главным драйвером экономического роста в наших странах. ИКТ полностью изменили то, как малые компании реализуют свою продукцию, как они ее продают. Новые технологии позволяют небольшим предприятиям достучаться, что называется, до клиентов в удаленных регионах, в других странах. То есть это дает им дополнительные возможности для сбыта своей продукции. Кроме того, наша компания – это глобальная компания. Мы стремимся сделать так, чтобы все граждане мира, вне зависимости от своего возраста, социального происхождения, доходов, гендерной идентичности и так далее, имели возможность для того, чтобы стать предпринимателем. Также очень важно, чтобы у МСП были цифровые инструменты, которые позволят ускорить им свои операции и более эффективно работать как в своих странах, так и при экспорте своей продукции. Мы над этим работаем. Теперь женщины. Все больше и больше женщин-предпринимательниц во всем мире. И в особенности этот феномен затрагивает страны, развивающиеся страны с низкими доходами. И чтобы поддержать этих женщин-предпринимательниц, компания eBay, равно как и Facebook, разработали программу под названием She Trades. Она продает. И мы используем этот инструмент для того, чтобы расширить возможности женщин-предпринимательниц, использующих нашу платформу. При этом цифровое преобразование будет невозможно без участия властей. Они тоже могут сыграть действенную роль в поддержке предпринимателей. И одна из наших рекомендаций для правительств касается введения инновационных программ обучения и повышения квалификации. При этом такие программы нужно предоставить всем компаниям, вне зависимости от того, в каких странах они работают, где они расположены. То есть, опять же, это позволит нам добиться большей инклюзивности. В заключение. Цели своих мы достигнем только если объединим наши усилия. И, опять же, понятно, что частный сектор, государственный сектор должны работать рука об руку в этой сфере. Мы готовы оказать всецелую поддержку властям в разработке цифровой политики, а также в разработке программ повышения квалификации, развития цифровых навыков у предпринимателей с целью обеспечения большей цифровой инклюзивности. Спасибо. Спасибо. У нас вот уже поступили кое-какие вопросы к экспертам. Ну, я тоже хочу задать вопрос вам. Страны, где, скажем, нет дорог, да, заасфальтированных дорог в сельских регионах,
Куда вы все-таки доставляете свои товары? Как вот вы с этими странами работаете? Как они туда доставляются? Потому что понятно, чтобы доставить товары, нужна физическая инфраструктура, дорожная инфраструктура. Это тоже важно для инклюзивности. Какой должна быть государственная политика в этом отношении? В отношении инфраструктуры. Такой вопрос, может быть, неожиданный. Ну и я сейчас обращаюсь к нашим экспертам. Может быть, они хотят что-то дополнить. Я бы хотела вернуться к комментарию по поводу женщин. Мы действительно сталкиваемся с определенными проблемами в том, что касается подключения именно женщин, участия женщин. То есть количество пользователей интернетом растет, а вот доля женщин в этом количестве уменьшается. Так что это абсолютно однозначно вызов для нас. Но опять же, я хочу вернуться к проблеме отсутствия электричества. Без этого не подключить людей к интернету, женщин в том числе. Опять же, важно обеспечить участие женщин в тех регионах, где существуют определенные традиции, может быть, где у женщин нет возможностей свободно пользоваться интернетом. Я хочу также высказаться по некоторым аспектам из того, что вы сказали. Мы работаем над инклюзивностью всех и каждого, не только женщин. Хотя понятно, что женщины и мужчины должны иметь одинаковые шансы для доступа к интернету, одинаковые шансы для того, чтобы стать предпринимателем или предпринимательницей. И вот говорилось здесь уже о том, что правительство не одиноко в своих усилиях. То есть не только оно должно работать над достижением этих целей, бизнес-сообщество тоже должно что-то делать. Я уверен, что по мере того, как мы будем работать над достижением наших целей, у нас будет все больше и больше женщин-предпринимательниц, молодых девушек-предпринимательниц, что мы достигнем прогресса в этой области. У меня еще вопрос. В некоторых странах есть не только экономические барьеры, но также социальные и культурные барьеры, препятствия, об этом вскользь говорилось уже, которые мешают женщинам пользоваться технологиями, препятствуют их свободе передвижения и так далее. Это очень интересный вопрос на самом деле. Есть ли примеры решений этих проблем? Вот я знаю, что есть у нас представительница Нигерии, которая в прошлом году принимала участие в форуме по вопросам интернет-управления и как раз говорила о социальных, религиозных и культурных препятствиях, которые мешают женщинам пользоваться новыми технологиями, интернетом, мешают им получить доступ к образованию. Цифровая инклюзивность. Конечно же, это цель, достижение которой мы должны также работать над обеспечением доступа женщин к цифре. Господин Мухтаяды из Африканского союза. Хочу его приветствовать и хочу сказать, что Европейский союз, Африканский союз большую работу провел в области расширения обеспечения инклюзивности, и даже была создана большая интернет-платформа. Не могли бы вы поподробнее об этом рассказать? Большое спасибо, господин модератор. Меня зовут Адил Сулейман. Я из комиссии Африканского союза. Занимаюсь вопросами разработки политики.
Ну и с точки зрения как раз разработки политики, что означает для нас цифровая инклюзивность? Это то, что нам нужно интегрировать в процесс разработки политики различные цифровые аспекты, аспекты, связанные с доступом к интернету. Вкратце обрисую ситуацию в Африке в том, что касается доступа. Треть африканцев, по крайней мере, имеют доступ к интернету. 1,1% – это вклад интернета в ВВП. 60% нашего населения проживают в сельских регионах, в удаленных районах африканских стран. Африканский союз сейчас в приоритетном порядке решает проблему спектров. И мы также работаем со странами-членами над решением проблемы в цифровой миграции, внедрение цифрового телевидения, перехода на цифру, разрабатываем руководящие принципы в этих областях и также руководящие принципы касательно того, как использовать максимальную выгоду извлечь из процесса перехода на цифровые технологии, из цифровой миграции. У нас была разработана инициатива в области политики регулирования, цифровой политики, цифрового регулирования для африканских стран. Ее цель – это закрыть цифровой разрыв. Три компонента в этой инициативе. Во-первых, это гармонизация спектра. Это мы будем делать вместе с Международным союзом электросвязи. Очень амбициозная инициатива, кстати, 10 миллионов долларов нам потребуется, чтобы ее реализовать. Делать мы это будем в сотрудничестве с Еврокомиссией. Второй компонент этой инициативы касается расширения потенциала наших государств-членов в области управления интернетом. И это касается всех государств-членов, собственно, расширения их потенциала, а также расширение потенциала других заинтересованных сторон. Ну и третий компонент – это строительство цифровой платформы для регуляторов. Это будет платформа, которая будет работать по принципу единого окна, будет помогать регуляторам разрабатывать соответствующую политику, и также это будет инструментом гармонизации политики регулирования в наших государствах-членах. Будет у нас и специальный модуль профессиональной подготовки по управлению интернетом на этой же платформе. И платформа будет также содержать базу данных по статусу различных ИКТ в Африке. Надеемся, что эта база данных будет регулярно обновляться, актуализироваться и будет служить должным образом регуляторам. И это позволит регуляторам адекватно оценивать нынешнее положение дел. Я уже говорил, что у нас есть также инструмент гармонизации регламента и цифровой политики на нашем континенте в рамках этой же инициативы. Но есть у нас еще одна инициатива. Мы сейчас пытаемся улучшить почтовую инфраструктуру в сельских районах и ее как-то задействовать. Инфраструктура у нас такая есть, но там две проблемы можно отметить. Электричество и связь. Подключение к интернету. Есть у нас определенные идеи по поводу того, как решить эти проблемы. Во-первых, будем расширять, увеличивать солнечную генерацию, а во-вторых, будем подключать почтовые отделения к интернету, и тогда они станут центрами, где можно будет получить государственные услуги, опять же, в электронном формате, ну и так далее. Есть у меня еще время? 30 секунд, да? Так что это вот наши две ключевые инициативы. Также мы работаем с гражданским обществом, с сетями местных сообществ. Очень плодотворное у нас сотрудничество с ними. И в ближайшем будущем мы намерены провести саммит, международный саммит местных сетей, который будет посвящен проблемам именно местным, проблемам местных сообществ. Кроме того, предполагается провести семинар по спектру
и консультации с государствами-членами по спектру. И будем также смотреть, что мы можем сделать в области внедрения 5G, чтобы у нас была какая-то стратегия на этот счет. То есть будем прорабатывать и это тоже. Спасибо. Спасибо вам. Давайте теперь перейдем к нашей второй теме, а именно доступности цифры, цифровых технологий. И хочу попросить доктора Азизи, который председательствует, является руководителем афганского ведомства, которое занимается регулированием телекоммуникаций. Доктор Азизи сейчас выступит. И в вашем выступлении, и также и других экспертов, прошу об этом же. Хочу спросить не только рассказать, собственно, о доступности цифры, но также увязать это как-то с предыдущей нашей темой – инклюзивности. И даже вам предоставляю на это дополнительные 30 секунд. Добрый день всем! С большим удовольствием принимаю участие в форуме по вопросам управления интернетом. И вы знаете, что приятно. Как правило, на таких мероприятиях выступают только представители государства, правительств. А я вот тут сижу в очень пестрой компании, потому что 10 человек тут сидит, и только я фактически являюсь представителем правительства. Что подобный подвиг с моей стороны. Цифровая инклюзивность. Очень важная тема. И действительно, какова наша цель? Сделать так, чтобы абсолютно все могли использовать цифровые технологии и тем самым улучшать свое благосостояние. Чтобы жизнь людей, всех людей становилась лучше. Так что здесь у нас общие цели, общая повестка дня. С другой стороны, понятно, что когда правительство начинает работать над решением этой проблемы, могут возникнуть определенные трудности. Какие? Какого толка? Как добиться того, чтобы все министерства, все ведомства учитывали вот этот вот цифровой аспект и выделяли средства какие-то в своем бюджете на это? Вот я представляю здесь регулятора. Афганского регулятора телекоммуникаций. И задача регулятора, в том числе, одна из его задач, тоже обеспечивать вот эту цифровую инклюзивность. Это одна из наших первостепенных задач. Но я по своему опыту понял, что важно повышать осведомленность в правительстве о важности решения этой проблемы. Важно, чтобы у всех министров было понимание того, что ИКТ абсолютно необходимо для того, чтобы улучшить качество жизни наших граждан. И мне приходится постоянно другим членам правительства об этом напоминать, чтобы они понимали, что важно развивать электронные услуги, телемедицину и другие услуги, что важно менять подходы к этим технологиям, тех, кто их использует, и врачи, и пациенты, и так далее. Ну, это же только один из примеров. Так что важно постоянно об этом напоминать представителям всех ведомств, напоминать о том, что от этого зависит экономический рост и социальное развитие. И без цифровой инклюзивности и доступности цифровой среды нам будет трудно добиться большего прогресса в этих сферах. Теперь, после этого краткого вступления, скажу также несколько слов о том, что имеет наибольшее значение для меня. Прежде всего, это финансовая стоимость этих технологий. Финансовая доступность, потому что мы стремимся сделать так, чтобы все больше и больше людей подключалось к интернету, чтобы те, кто не имеет связи, ее получили. Но здесь один из решающих факторов – это финансовая, это цена, собственно, такого подключения. Сколько
Люди заплатят за это. Поэтому одна из наших задач – сделать так, чтобы эти услуги были доступны для наших граждан, в особенности для граждан на менее развитых стран, стран, не имеющих выхода к морю и так далее. Это очень важная проблема для нас. Далее. Совместное пользование инфраструктурой, совместная аренда, что ли, или найм инфраструктуры. Это может помочь нам решить проблему, потому что операторы тоже несут огромные расходы, связанные с созданием инфраструктуры. При этом министерства, например, которые принимают другие меры по развитию инфраструктуры, например, строят дороги, они должны при строительстве, дорожном строительстве учитывать то, что будет там прокладываться оптоволокно, может быть, позже. То есть нужно подходить к этой проблеме в комплексе, как бы. Потому что это нам позволит существенно сократить расходы на развитие инфраструктуры. It is immense. Обеспечение включения через Wi-Fi. Буквально минуту у меня еще. Очень важно, чтобы мы работали сообща. Вот это вот самый подход, который привлекает различные заинтересованные стороны, или как мы это называем, мультистейкхолдеризм. Но нужно об этом не просто говорить, нужно это все осуществлять на практике, иначе цели свои мы не достигнем. Но мы можем лишь проявить политическую волю, готовность и создать среду, благоприятную для бизнеса. Следующее слово за частным сектором. Им есть что сказать затем в реализации шагов. Работа по старинке не приведет нас к поставленной цели. Мы должны проявлять инновационный подход, когда формируем свою политику. Я имею в виду тут не только государство, государственные органы. Не только государственные органы должны подходить инновационно к решению. Бизнес-модели должны также строиться компаниями, исходя из инновационных подходов. Работа по старинке приведет нас в тупик. Вот приведу пример как, того, как мы доступность обеспечиваем в Афганистане. Мы работаем, в частности, с инвалидами и недавно создали консультативную группу. Потрясающая группа, прямо вам скажу. Там представители инвалидов в этой группе работают, ученые также, представители бизнеса, представители гражданского общества и соответствующих ведомств государственных. И результаты налицо. Совершенно потрясающие, хотя вроде особых действий конкретных не предпринимается. То есть мы все в рамках этой группы узнаем о том, что требуется инвалидам в Афганистане. У нас почти 10% инвалидов среди всего населения. И мы надеемся, что работа такой группы позволит нам усовершенствовать нашу политику и позволит найти соответствующие вспомогательные технологии, которые могут позволить удовлетворить особые потребности этой особой группы населения. Эта группа столь стала для нас действительно вдохновляющей, что мы в нашем стратегическом плане пятилетнем развития ИКТ мы включили целую главу о том, как эти самые новые коммуникационные информационные технологии могут способствовать улучшению доли инвалидов. Спасибо. Я с особой теплотой отношусь к Афганистану, потому что я дважды была на вашем национальном форуме по управлению интернетом, и председатель форума очень поддерживал инициативу по инклюзивности. И есть тут представители Афганистана, в числе организаторов, в частности. И среди национальных форумов, афганский форум, единственный, который привлекает детей. Дети в возрасте 6 до 11 лет имеют свою собственную площадку. Элдрид, а теперь слово вам. Да, слово
предоставляется главе публичной политики Фейсбука в Индии. Анки Дас ее зовут. 2 миллиарда пользователей в мире у Фейсбука. В вашей стране население 1 миллиард человек, многие пользуются Фейсбуком. Спасибо за то, что пригласили меня принять участие в этой секции. И спасибо Марлен за заданный вопрос. Она предложила заблаговременно продумать тему доступа и доступности. Знаете, для меня это очень близка мне эта тема. Тема инвалидов. У меня племянник аутист, и поэтому для меня совершенно... Я напрямую знаю, сколь важны эти технологии для инвалидов, в частности, людей с нарушением когнитивных функций. Я думаю, что работа по обеспечению доступности и доступа нужно вести общими силами. Одной компании какой-то отдельной проблемы не решить. И мы должны, я думаю, решать вопросы доступа различных групп, находящихся в особых условиях, в частности, для инвалидов. Но теперь расскажу о том, что делаем мы для обеспечения доступа. Огромные средства мы и силы вкладываем в то, чтобы удовлетворить потребности людей, у которых существуют проблемы со зрением, со слухом или с различными расстройствами зрительными, например. И мы занимаемся также проблемами, по проблеме глухих или плохо слышащих, мы решаем вопрос путем использование субтитров на видео или создаем возможности для инвалидов пользоваться различными функциями и различными специальными техниками Фейсбука. Мы совместно с партнерами разработали также альтернативные автоматические текстовые форматы, которые дают возможность доступа к контенту людям с нарушениями зрения. Это позволяет им получать доступ к контенту, позволяет также определенные навыки жизненно важные получать. Очень интересные есть инновационные технологии для слабовидящих или слепых. Но опять же повторяю, одна компания не в состоянии решить эти проблемы. Тут нужно действовать в горизонтальном режиме, нужно подключать различных стейкхолдеров из всей экосистемы. Мы поддержали также инициативу «Научи доступу». Мы не одни тут, много у нас партнеров. И тут MIT, Georgia Tech, Стэнфордский университет в этой инициативе принимают участие. Так что вот эти ученые формируют такую горизонтальную команду. Это создает хорошую динамику в создании инновационных технологий. Компании предпринимают определенные шаги, а также научные центры, университеты, выпускники университетов. Они создают технологии, которые позволяют удовлетворить потребности людей с нарушениями некоторых когнитивных функций. Спасибо. А сейчас слово предоставляется доктору Колосу. Спасибо. Спасибо за то, что мне предоставлена возможность выступить на этом форуме. Я пока ничего не слышал по поводу статистических данных. Какая динамика тут? Если взять только одну Африку,
У 150 миллионов человек нет даже доступа к телефону. Полмиллиарда не имеют доступа к широкополосному интернету. То есть даже доступа к сигналу у них нет, не говоря уже о контенте. А те, у кого есть доступ к сигналу, миллиард человек не имеют доступа к контенту, потому что по ценовым соображениям для них недоступен интернет. В Африке за 1 гигабайт они должны будут заплатить 20% располагаемого дохода. Это цифры по Африке. В других частях земного шара такие соотношения совершенно иные. И в этом контексте многие правительства Африки говорят о четвертой промышленной революции. Это искусственный интеллект и так далее. Как это все будет способствовать развитию населения? Будет ли доступ у этих людей к таким достижениям этой четвертой революции? И Питер Блум говорил, что отрасли промышленность заинтересованы больше в том, чтобы связать друг с другом туалеты, чем людей. Два месяца назад был выпущен доклад, в котором говорилось, что статистические данные, которые я приводил, усугубятся к 2025 году на 10%. Это все усугубится. Мы все очень рады тому, что говорил коллега из Афганистана. Я очень рад услышать, что есть места, в которых правительство готово искать инновационных решений. Действительно, без этого не обойтись. Население проявляет инициативу, организуется и определяет потребности в инфраструктурные для того, чтобы удовлетворить нужды их в области коммуникации. И десятки стран поддерживают эти инициативы. Организуются различные сети. Люди сами объединяются и по вопросам Wi-Fi, и по вопросам широкополосного интернета и так далее. И как говорил представитель Африканского союза, эти инициативы признаются все больше и больше. Мы работаем с африканскими странами, с сообществом Западной Африки и с другими образованиями. Выясняем, какие там потребности. Объясняем, что нужно. Объясняем также политикам, как внести новшество в политические процессы, в процесс формирования политики. Представьте себе, если будут созданы условия благоприятные только в странах, благодаря законодательным каким-то инициативам и так далее, то тогда, конечно, можно будет сдвинуть это все. Если будет доступ к оптоволокну, доступ к системным блоком, доступ ко всем инфраструктурам, все поменяется. Если это мощная экономика наша, не в состоянии подключить неподключенных, может быть, нужно ориентироваться не только на коммерческие структуры. Вот подумайте только, если 40% населения в вашей стране не будет подключена к интернет-ресурсам, что из этого получится? Не захереет ли буквально ваша страна? Так что, наверное, нужно изменить парадигмы в данном случае того, как мыслит правительство. И последний оратор у нас из Microsoft. Здравствуйте. Меня зовут Бунми Дуруводжу. Я работаю в компании Microsoft, занимаюсь развитием бизнеса на развивающихся рынках, занимаюсь главным образом искусственным интеллектом и использованием нашей инициативы по использованию авиационного диапазона.
Ну, хотела бы несколько слов о себе сказать. У меня четверо детей. Я из Западной Африки изначально, затем в Западном Лондоне поселилась. Отсюда и мой акцент. Моя работа заключается в том, чтобы находить стратегические партнерства на новых рынках. Работаю из Лондона. Ну, знаете, мне приходится бывать в самых разных кабинетах, за разными столами, и была не так давно в Нигерии, общалась с регуляторами. Были у меня встречи с коллегами, регулярно проходят совещания с коллегами инициативы Microsoft, и мы говорим нередко очень даже о проблемах преодоления разрыва в подключенности. Говорим мы о технологиях. Конечно, технологии помогут людям во многих странах действительно совершить скачок. И я вот смотрю, как дети сейчас общаются с технологиями. Тут, конечно, все изменилось по сравнению с нашим детством. Вот, знаете, я звоню, например, когда я звонила маме, раньше, это моя мама подходит к телефону в Нигерию у себя, подходила к телефону и стояла около телефона, разговаривала, потому что отойти никуда не могла. А теперь мои дети, когда звонят бабушке, то они бегают по всему дому. Наша задача сегодня – обеспечить возможность каждому человеку на планете, каждой компании на планете использовать все необходимое, в частности, новые технологии, для того, чтобы достигнуть максимума. Потому что без возможности использовать технологии и подключаться к интернету сегодня жить практически невозможно и будет еще сложнее завтра. В новом мире, в котором мы живем, в который мы вступаем, нужно понять, что технологии будут не только расширять наши возможности, технологии будут условием sine qua non, без которых прожить будет невозможно. Вот коллеги об этом говорили. Мы говорим о новых технологиях, об искусственном интеллекте, о других технологиях, стремительно развивающихся. И фактически появление новых технологий опережают нашу способность искать решений проблем. Знаете, я могу говорить с вами об агритеке, могу говорить о блокчейнах, о подсоединении, о технике можно говорить сколько угодно, но если не будет соответствующего политического оформления на базе консультации, естественно, если регуляторы не будут угоняться за технарями, то вообще всю эту проблему подключения, доступности не решить. Что я хотела бы сейчас сказать несколько слов о стремительности, о скорости. Вот я лично целый год общалась с регуляторами и пыталась уговорить их собраться хотя бы и обсудить вопрос создания системы подключения. То есть год заняли попытки собрать людей за столом переговоров, обсудить. Но невозможно, говоря о технологиях, тратить год на то, чтобы организовать совещание по обсуждению этой технологии. Мы говорим о том, что нужно мыслить по-новому. Ну да, что это такое? Сколько у меня времени-то, кстати? Я подчиняюсь требованиям. Еще полминуты, ну ладно. Что такое мыслить по-новому? Для меня это мыслить в контексте сближения, конвергенции технологий. Мы говорим здесь о доступности, говорим об инклюзивности. Давайте подумаем о тех технологиях, которые уже существуют сегодня. CNAI. И масса всяких разных прочих технологий, которые позволяют дать доступ инвалидам к нашим ресурсам. Есть уже технологии, которые позволяют обеспечить доступ, но тут нужно обеспечить также еще и цифровую грамотность.
и страны, и люди, которым требуется время, требуются ресурсы. И, конечно, здесь, наверное, время – это ключ к решению проблемы. Во всяком случае, ключ, без которого проблему не решить точно. Ну что ж, замечательная новость у меня для аудитории. Наши выступавшие исключительно экономно тратили свое время, и теперь вы можете начать задавать вопросы, вернее, записывать свои минутные вопросы, а я пока попрошу Пола, нашего удаленного модератора, какие у него новости, есть ли у него вопросы от наших удаленных участников. Спасибо. Мерлин. Вопрос Мохаммеду Анадилу. И Надилу. Одна из проблем. Я живу и работаю в Африке, говорит наш удаленный участник. Главная проблема не технологии, а регулятивные рамки. Как осуществить те изменения, которые позволят обеспечить цифровую инклюзивность в Африке? 5G не решат проблему. Нужно лицензирование, соответствующее, благоприятное, режим выдачи лицензий, разумное использование диапазонов и так далее. Просто 5G проблему не решат. Спасибо. Ну что ж, давайте мы над этим задумаемся, а пока будем слушать другие вопросы. Начнем с вопросов по теме цифровой инклюзивности. Знаете, у нас яркий свет, прям в глаза светит, нам вас плохо видно. Так что вот тут Зина и Уиздом будут ходить по залу и смотреть, выискивать желающих. Машите руками, пока вас не увидят. Да, вижу, вот передо мной сидит один господин. Да. Вот у нас еще тут сидят желающие. Их 5 пока что, 6 даже. Надеюсь, не забуду, в каком порядке люди руки поднимали. Итак, вы вопросы свои задавайте, а мы их сгруппируем, и затем получите вы ответы. Только называйтесь, пожалуйста. Кто вы, откуда? Ну, хорошо было бы, если бы вы представили также свою страну и регион. Спасибо. Дан Минкс. Партнерство по публичному доступу. 345pa.net. Спасибо, что вопросы вы рекомендовали задавать в форме фразы одной. Мы не готовы поддерживать реформу спектра, если не будут включены следующие элементы. Различные инициативы, такие как библиотеки, скажем, нужно, чтобы была поддержка, было обучение соответствующее и соответствующие даже офлайн решения, они не везде доступны даже. Так что все это нужно учитывать в будущей реформе. Так что нужно, что делать со следующим миллиардом, не говоря о последнем миллиарде неподключенных и о промежуточном миллиарде? Отличный вопрос. Мы его обязательно включим в наш отчет. Следующий вопрос, пожалуйста. У меня вопрос к Нильмине Рубину. Как известно, электроэнергия не во всех странах до всех доступны. Различные проекты, проекты тех, кто обеспечивает электроснабжение, тех, кто занимается интернетом, они работают каждый в своем углу, если хотите. Вот по оптоволокну. Есть ли у вас, например, какие-то примеры стран, где обе стороны, так сказать, договорились и решили, что если проект отработает так, чтобы учесть одновременно и то, и другое, будет более это все эффективно? Пример, когда государственные органы вмешались тем, чтобы проекты совмещены были.
Я представляю делегацию Афганистана, регулятивный орган. Мой вопрос касается выступления господина Сулеймана. Адила Сулеймана. Когда цифровой переход на цифру будет завершен в Африке, какие мобильные технологии будут использоваться? И какой диапазон будет предоставлен? И также вопрос, какие технологии планируется использовать для обратного транзита в Африке? Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Я с Фиджи. У меня комментарий доктору Азизи из Афганистана. Очень интересно было усмотреть связь между Афганистаном, страной, не имеющим выхода к морю, и с малыми островными развивающимися государствами, в особенности в Тихоокеанском регионе, откуда я сама. Сходные проблемы. Трудно добиться попадания в число приоритетов Минфина. Так что тут нужна политическая воля. Это уже важный момент, политическая воля. Но другой вопрос еще, когда есть политическая воля, чтобы эта воля прочувствовалась на уровне различных линейных министерств, в частности, важных, таких как Минфин. Еще вот один интересный вопрос у меня будет к даме из Нигерии, западного Лондона, из Microsoft. Вот с какой скоростью Microsoft планирует выходить на такие страны, как моя, затерянные в Тихом океане? И как добиться регуляторы, чтобы прислушались к вам, собрались на совещание? И какие рекомендации были у вас, кстати? Вот, может быть, интересно было бы посмотреть, как обеспечить синергию и как-то продумать, как нам выходить на различные заинтересованные стороны, на различные группы для того, чтобы добиться цифровой инклюзивности. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо выступавшим. Очень было все интересно. Тема очень важная, всех нас волнующая. У нас в Нигерии был создан форум по управлению интернетом для женщин. Мы говорили о вопросах форума и цифровой инклюзивности. И вот один из вопросов был такой. Как изготовители ИКТ, использующие ИКТ или компании, которые производят устройства, которым могли бы иметь доступ неграмотные, как неграмотные люди могли бы использовать такие устройства? И проводите ли вы оценку решений, которые принимаются на государственном уровне. И еще один момент, когда люди неграмотные пользуются такими устройствами. Нужно, наверное, чтобы были не тексты, а картинки, потому что это и не их язык, и порой они даже и неграмотны. И к тому же нужно, чтобы они имели возможность не просто получать доступ к информации, но также и продавать свою продукцию через интернет. Меня зовут Эльфази, я представляю регулятивный орган по телекоммуникациям из Афганистана. У меня вопрос к представителю из Южной Африки. Вы говорили, что треть населения Африки имеет доступ к интернету. Основная проблема помех. И у меня такой вопрос в этой связи будет. Планируете вы переходить на цифру в вещании? И в какие сроки собираетесь отключать аналоговую систему? Thank you so much. Большое спасибо. Мэри Халдеконг, я из Уганды. Я работаю в организации, которая
проводит программу повышения квалификации для женщин-предпринимательниц. И я хочу рассказать о так называемых цифровых налогах. На мой взгляд, это полная глупость. Вот правительство моей страны тоже ввело такой налог, который затрудняет на самом деле доступ к интернету. Я работаю с предпринимателями, которые пытаются запустить свой бизнес онлайн, но с такими налогами понятно, что у них ничего не получится. Количество пользователей сокращается, и работать им трудно, не с кем. И это такое целое веяние, собственно, очень весьма популярное на нашем континенте. Что можно сделать в этом отношении, чтобы как-то повлиять на правительство, образумить их? Спасибо. Три вопроса еще мы выслушаем. И прошу вас задавать вопросы очень-очень кратко. Меня зовут Василис Хрисос, я из Греции. Я работаю в сфере интернета, в том, что касается цифровой инклюзивности. Здесь нужно помнить о культурных особенностях местных сообществ. Культуру нужно учитывать при, собственно, расширении инклюзивности, потому что у нас, например, есть сообщество, где люди сами фактически строят инфраструктуру и тоже принимают активные меры на уровне сообществ по расширению инклюзивности. У меня вопрос к представителю компании Facebook. Как учитываете ли вы вот эти местные культурные аспекты, местную специфику, работая над инструментами, нацеленными на повышение инклюзивности? Спасибо. Господин Юсеф, Светоминистр Ливана, мы вот говорили здесь о цифровой инклюзивности, выслушали немало комментариев и выступлений, и в основном говорим здесь о развивающихся странах. Ну, это все прекрасно, конечно. Цифровая инклюзивность очень нужна и важна. Но как быть с теми, кто остается за бортом в развитых странах? Как быть с цифровым исключением, если хотите? Скажем, бедняки или безработные, и люди, которые не знают, как этим пользоваться, или, скажем, пожилые люди, для которых это вообще все очень ново, они понятия ни малейшего об этом не имеют. Как быть с доступностью для этих граждан? У них, получается, нет доступа к услугам, к административным услугам, к госадминистрации. Прошу прощения, что прерываю вас. Пожалуйста, покороче выступайте. Госпожа Кейт, я знаю, что вы демократ. Ему у нас здесь с самого начала ведется демократическая дискуссия, а вы вот злоупотребляете вашим положением. Так что, внимаюсь сейчас к вашей любезности, дайте, пожалуйста, мне закончить. Очень важно действительно вести диалог, не только задавать вопросы, но вопросы я задам в конце моего выступления. Так что прошу минуточку терпения. Так что, не только об инклюзивности нужно говорить, но также и о цифровом исключении, которое существует в развитых странах. Прогресс не остановить, мы постоянно движемся вперед, технологии развиваются. А вот теперь вопрос. Есть ли какие-то меры, которые можно принять, чтобы помочь безработным, нищим, пожилым людям получить доступ, собственно, к интернету? Потому что интернет фактически становится для них непреодолимым препятствием для участия в жизни общества. Если у них нет смартфона, если они не умеют им пользоваться, они ничего фактически не могут сделать. Спасибо. Спасибо. Еще один вопрос. И, видимо, это будет последний вопрос. Добрый день. Я из Панамы. Кристина меня зовут. Мы здесь говорим о важной роли ИКТ в социально-экономическом развитии, но действительно очень важна инклюзивность в этом отношении. И важно
сделать так, чтобы польза от цифровизации была для всех и каждого. Поэтому как раз важен очень диалог между всеми заинтересованными сторонами и участниками. Вопрос в связи с этим. К представителю правительства. Какие шаги ваше правительство предприняло для того, чтобы позволить различным сообществам, гражданскому обществу, ученому сообществу принимать участие в диалоге, который касается выработки политики по этим вопросам? Спасибо. Спасибо. Но я думаю, что еще у нас есть один участник, участница, которая уже давно ждет своей очереди. Давайте дадим ей возможность выступить крайней. Большое спасибо за возможность выступить. Мы очень много говорим здесь о цифровой инклюзивности и доступности, но мы ничего не говорим об аутизме, например. У меня есть сестра, она страдает аутизмом. И она использует интернет для собственного развития. Это ей помогает. И вообще, интернет, это фактически стало для нее инструментом самовыражения. Она благодаря ему учится, изъясняется, общается даже. То есть это очень хороший инструмент для тех, кто страдает этим заболеванием. Так что вопрос к вам. Как сделать так, чтобы такие люди тоже могли использовать интернет? Делать это безопасно, создать, как создать благоприятную среду для них и для в этом отношении, чтобы они не подвергались травле, издевательствам, не могли пользоваться интернетом свободно. Спасибо. Я думаю, что представительница компании Facebook как раз и говорила о когнитивных аспектах. Ну, давайте так поступим. У нас от дистанционного модератора особых просьб не поступало вопросов. Он очень хорошо поработал. Давайте так поступим, наверное. Сосредоточимся на вопросах. Каждый эксперт ответит на самые неотложные вопросы, которые были адресованы именно ему или ей. А затем, с вашего позволения, мы вопросы, все остальные, соберем в группу и... пришлем экспертам, они на них ответят, и мы затем их ответы подключим в качестве приложения к докладу. И вот тогда все вопросы у нас получат ответ. Просто мы эти ответы в письменном виде приложим потом к нашему докладу. Итак, по 2 минуты каждому эксперту на ответы на вопросы. Большое спасибо, Мэрилин. 2 тенденции могу выделить. Во-первых, относительно актуальности на местном уровне. Как это все можно использовать на уровне местных сообществ. Мы в Facebook понимаем полностью эту проблему. Понимаем, что есть определенные местные культуры, местная специфика. И нам, конечно же, нужно это учитывать. У нас есть полное понимание этого. У нас есть глобальные команды в штаб-квартире, также на местах. Те, кто работает на местах, собственно, они как раз и представляют, собственно, местные сообщества, знают о местных традициях, местной культуре. Ну и по поводу языков, это однозначно для нас приоритет. Сделать так, чтобы наши услуги были доступны на как можно большем количестве языков. В Афганистане, например, мы разработали огромное количество материалов на паштунском языке. И в Бангладеш, на Шри-Ланке мы тоже проводим такую же политику, например, работаем с местным сообществом, с местными активистами и так далее. Далее. Вторая тенденция касалась безопасности в интернете. Ну, в том, что касается Facebook, у нас, мне кажется, везде... чуть ли не повсеместно есть возможность сигнал тревоги, что называется, послать. И часто мы получаем просьбы об удалении контента по 2 каналам от правительства и от правоохранителей.
Ну и тут опять же мы стараемся сделать так, чтобы эти механизмы у нас были доступны на различных языках. И разрабатываем стандарты, вернее, учитываем, скажем так, местную специфику, местную культуру, для того, чтобы разработать руководящие принципы, кстати, на того, какой контент считается непристойным, ругательным, богохульным и так далее. Таким образом, мы это все учитываем, сотрудничаем со всеми заинтересованными сторонами, конечно же, и с представителями местных сообществ, которые рассказывают нам о местной специфике, о том, как максимально эффективно выстроить защиту именно в том или ином сообществе, в той или иной стране. Так что однозначно эти вопросы для нас являются приоритетными. Спасибо. Натали? Я отвечу на вопросы Марилин. Но также я вот услышала вопрос по поводу цифровых налогов. Которые для такой компании, как eBay, тоже являются препятствием. Ну, конечно же, почтовая инфраструктура очень важна для такой компании, как eBay. По своему опыту мы знаем, что одно из главных препятствий для торговли во многих странах – это таможенные процедуры и логистические препятствия. Поэтому хорошая почтовая инфраструктура однозначно служит нашим интересам, это очень важно для нас. Упрощение различных процедур, логистических, административных, таможенных. Это также те меры, которые мы приветствуем. Мы знаем, что многие покупатели через мобильные устройства делают покупки онлайн. И важно при этом размещать всю соответствующую документацию, которая была бы доступна с помощью мобильных устройств. И то же самое важно делать для предпринимателей. По поводу инфраструктуры. Ну, если есть почтовая сеть, ну, тогда мы можем, собственно, работать в той или иной стране. Но если почтовая инфраструктура не развита, ну уж, увы, здесь нам придется очень-очень сложно. Спасибо за вопросы. Я услышала немало предложений, идей по поводу регулирования, вот про налоги говорили. Но в любом случае все проблемы должны решаться сообща на основе многостороннего подхода. Правительство, частный сектор, широкая общественность, все они должны в этом участвовать. Защищать детей в интернете – это тоже очень важная задача. И в то же время расширять доступ к интернету. Контент для женщин, поддержка женщин-предпринимательниц, все это очень важно. Ну и опять же, если мы не будем объединять наши усилия, доступ нам расширить не удастся. Теперь по поводу регулирования. Опять же, в выработке соответствующей политики в области регулирования тоже должны участвовать все заинтересованные стороны, должна быть координация усилий, не должно быть разобщенности. Политика должна быть последовательной. Доступ к инфраструктуре. Ну, тут вот мы говорили о почтовых отделениях. Мы сейчас ищем средства на проведение пилотного проекта. Будет выбрано всего 10 стран, по 2 страны из каждого нашего региона. Если проект будет успешным, мы его распространим, расширим эту практику, масштабируем. По доступу к библиотекам. Может быть, это послужит решению также других проблем. Дороги, энергетика, электричество. У нас есть программа PIDA, то есть она нацелена на создание соответствующей инфраструктуры на африканском континенте. При этом исповедуется всеобъемлющий подход. То есть, если вы прокладываете дорогу, строите дорожную инфраструктуру, вы сразу же кладете электрические кабели и оптоволокно. То есть комплексный подход мы здесь используем для сокращения оптимизации расходов.
Миграция на цифровые технологии. Мы к телерадиовещанию к 2020 году мы планируем это сделать. А в том, что касается профподготовки, у нас будет семинар для различных групп заинтересованных сторон из всех стран-членов по этим вопросам. И надеюсь, это позволит нам больше участников из африканских стран направлять на такие международные форумы, как этот. Я начну вот с чего. Я согласен с тем, что отчасти проблема в регулировании. Но в том, что касается такой страны, как Афганистан, мы очень открыты для различных технологий, мы всегда готовы их взять на вооружение. И стараемся поэтому, чтобы регулирование было как можно более дружественным по отношению к этим технологиям, не очень жестким. Мы консультируемся с различными заинтересованными сторонами в разработке регулирования, но это, к сожалению, не позволяет нам избежать всех проблем и трудностей. По поводу спектров. Мы работаем над этой проблемой, потому что эффективное управление спектрами и их распределение очень важно с точки зрения использования технологий в любой стране. Теперь, вот мне тут говорили, что проблемы есть с Минфином. Вы знаете, у нас у всех такие проблемы. И когда мы просим средства Минфина, Минфин нам говорит так: ну хорошо, так вам помогите нам их добыть, эти средства. Так что полностью с вами согласен. По поводу налогов. Конечно же, это душит сектор. И я беспрестанно вот в моей стране на совещаниях высокого уровня об этом говорю. Если вводить такие налоги, например, в Афганистане, это абсолютно точно убьет нашу IT-отрасль. Но мы вот туда этого еще не дошли, к счастью. Надеюсь, не дойдем. Комментарии по поводу цифрового включения и исключения. Вы абсолютно правы. Мы абсолютно точно должны обратить внимание и на проблему, связанную с тем, что некоторые оказываются за бортом. Комментарии представительницы Панамы. Конечно же, очень важно задействовать все заинтересованные стороны в соответствующие процессы. Мы работаем именно в этом ключе. Но и я, без ложной скромности, хочу заявить, что я, например, двери моего кабинета всегда открыты для всех желающих обсудить эти проблемы. Несмотря на все те проблемы с безопасностью в моей стране, которых вы знаете. Большое спасибо за ответ. Следующий оратор, Чарльз. А я хотела бы ответить на ответ Мадлен. Затем, если останется время, отвечу на другие вопросы. Социальные и культурные барьеры. Конечно же, это очень важно. Важно учитывать социальный и культурный контекст. Но здесь я хочу обратить особое внимание на образование, повышение осведомленности. Нужно людям объяснить, в чем польза той или иной технологии для них. Потому что, например, в некоторых культурах есть определенный такой неформальный запрет на то, чтобы женщины или дети пользовались интернетом. И даже для не всем мужчинам позволяют пользоваться интернетом, потому что им говорят, что вот если вы будете пользоваться интернетом, с вами произойдет что-то плохое, вы что-то плохое узнаете, с вами там как-то не так обойдутся и так далее. Вот эти все мифы нужно развеивать. Цифровое исключение, которое было здесь упомянуто, это проблема, конечно же. Все заинтересованные стороны должны обратить внимание на эту проблему, не только правительство. Помочь пожилым людям, например, овладеть этими технологиями. Но, с другой стороны, это решение каждого человека. Каждому человеку нужно решить для себя, хочет он учиться пользоваться этими технологиями или нет. Как вот сестра девушки, которая только что выступала, которая страдает аутизмом. Потому что если человек не хочет учиться, если он не хочет пользоваться этими технологиями и овладевать ими, никто ему не поможет. Меня заинтересовало вот что. Действительно, министерства многие работают в каждом своем углу.
имеет место такая разобщенность, раскоординированность, чрезмерная бюрократия наблюдается. И, конечно же, это мешает нам двигаться вперед. Но мы не должны прикрываться этой разобщенностью для того, чтобы использовать это как предлог для того, чтобы сидеть сложа руки. В любом случае, нужно принимать какие-то меры, двигаться вперед. Вот. У нас, например, объединяются усилия для того, чтобы способствовать распространению доступа к интернету, строится, расширяется сеть высокоскоростного интернета. Консультативный комитет вот у нас будет создан скоро для того, чтобы повысить эффективность этих наших усилий, тех усилий, которые в США предпринимаются. Возможно, будут какие-то законодательные изменения, которые позволят нам более эффективно работать. И мы также работаем над тем, чтобы сократить цифровой разрыв, и стараемся помогать и другим странам в этом отношении. Есть у нас специальная стратегия, которую мы сейчас реализуем. Но на самом деле, если мы хотим добиться большего прогресса, нам нужно удвоить наши усилия. Само по себе ничего не произойдет. Он не состоится сам по себе, этот прогресс. Если мы хотим гендерного равенства, значит, нужно работать на этом фронте. Учитывать гендерные аспекты при разработке соответствующей политики, подключать женщин к соответствующим процессам. И когда мы говорим о доступе к интернету вот в нашей стране, мы всегда имеем в виду интернет, доступ к интернету для женщин, для мужчин, для детей. Ну, я попытаюсь ответить на вопросы, хотя их было очень много, вопросы все важные и интересные. Большое спасибо вам за это. На все, наверное, не удастся ответить, но тем не менее. Ну, по поводу доступа к инфраструктуре, вот был комментарий по поводу библиотек. Банков, банковских услуг и так далее. На самом деле новые технологии действительно здесь очень помогают. Содержат большой потенциал в себе. Но с другой стороны, важно также не забывать о том, что такой доступ должен обеспечиваться и офлайн. Так что многие компании сейчас занимаются этими вопросами, и маленькие компании, большие. Конечно же, нам нужно работать над расширением доступа к цифровым библиотекам, но не забывать и о доступе к информации офлайн. Теперь по поводу транзитной сети, транспортной сети. У нас есть уже элементы этой инфраструктуры. Спутники использую, но понимаете, что раз речь заходит о спутниках, значит, все это очень дорого стоит. Но вот у нас в прошлом году прошел очень интересный разговор на эту тему. И выяснилось, что сейчас, опять же, стараются использовать технологии для того, чтобы сократить вот эти издержки, сократить стоимость использования этих технологий. Опять же, за счет технологий. Ну, тут нам нужно не стесняться быть амбициозными, нужно думать, применять комплексный подход и думать о всех технологиях, которые так или иначе нам могут помочь. По поводу женщин и инклюзивности. Я, в принципе, об этом вскользь сказала. Нам нужно использовать те технологии, которые у нас уже есть для расширения инклюзивности и доступности. Почему бы не использовать, опять же, пиктограммы, какие-то символы, значки. Это в том, что касается доступа для неграмотных. Конечно, нужно помнить о том, что не все люди умеют читать и писать. Еще есть тач-технологии. Так что я думаю, что многие из наших проблем, на самом деле, вызванных технологиями, можно решить за счет, опять же, технологий, с помощью технологий.
Ну, и пожелание сестре, девушке, которая только что выступила. Пусть она продолжает в том же духе, продолжает бороться, не сдается. Отлично, если она может использовать интернет, если это помогает. И тут хочу напомнить еще раз о важности этических принципов, которые должны учитываться при разработке технологий. И вот страны, которые сейчас принимают на вооружение новые технологии и хотят расширять их использование, они должны тоже ставить перед собой амбициозные и ясные цели, четко представлять, в каком направлении они хотят продвигаться и... Важно, чтобы была добропорядочность определенная у всех заинтересованных сторон, у правительств, которые разрабатывают регламенты и политику, у частных компаний, которые приходят в развивающиеся страны и там работают. Этика и добропорядочность. Ну, а я в основном сосредоточусь на регулировании, создании соответствующей среды. Мы поработали с примерно 20 регуляторами африканскими. И на самом деле они основной упор делают на мобильные сети мобильной связи. Им кажется, что за счет мобильной связи можно решить все проблемы с доступом в интернет и инклюзивностью. А мобильные операторы при этом говорят, что нет, дело не только в нас, нужны и другие меры. И нужно обращать внимание на другие области. Ну, то есть вот есть определенный шаблон, которому следуют регуляторы в африканских странах. И этот шаблонный подход нужно изменить. Вот очень хорошо в этом свете то, что делает Африканская комиссия Африканского союза. И важно не только делать ставку на правительство, регуляторов, но также на других партнеров. Так что повышение осведомленности, участие в различных исследовательских миссиях, потому что это очень полезно с точки зрения информации и данных, которые затем регуляторы используют для того, чтобы разработать соответствующую политику. Если у них нет этой информации, и знаний у них не будет соответствующих, чтобы эффективную политику разработать. Ну и кроме того, важна последовательность усилий, постоянная поддержка со стороны регуляторов, правительств. Важно, чтобы они создавали соответствующую среду, в которой могли бы работать интернет-компании. Ну, а с другой стороны, важно и доверие между сторонами, чтобы они видели, что то, что они делают, служит их достижению их общих целей. Так что важно использовать любую малейшую возможность для того, чтобы укрепить это доверие. Спасибо. Спасибо. Итак, ближайшие 2 минуты. Сделаем так. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто были на веб-сайте IGF. Почему я об этом говорю? Дело в том, что мы транскрибируем, записываем каждую сессию. Даже несмотря на то, что эта информация не тут же выкладывается в интернет, а чуть попозже, вы сможете в любой момент, затем попозже, через несколько дней, зайти на сайт форума и посмотреть содержание, собственно, дебатов. Очень полезный открытый ресурс, о котором, может быть, не все знают. Хотела вам об этом рассказать. И мы, модераторы, опять же, пройдемся затем по этой записи наших дебатов, посмотрим, что там говорилось, и посмотрим, какие вопросы задавались. Зашлем их потом нашим экспертам, они в письменном виде ответят на эти вопросы, и мы их ответы присоединим в качестве приложения к докладу, чтобы ни один из вопросов не остался без ответов. Большое спасибо, Мэрилин. Я хотела бы поблагодарить форум за организацию этой сессии. Отдельное спасибо каждому.
из наших спикеров, из тех, кто принимал участие в этой сессии. Большое вам спасибо за ваше выступление, комментарии, рекомендации. И также благодарим всех тех из вас, кто выступил только что на этой сессии с вопросами, с комментариями. Спасибо тем, кто задавал вопросы дистанционно. Также благодарю нашего докладчика. Большое вам всем спасибо. Наша сессия завершается. Большое спасибо за участие. Организаторы, докладчик и наши эксперты. Прошу вас всех подняться сюда. И мы сфотографируемся все вместе на фоне логотипа.